Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на своем канале «О том, о сём с Ксюшей». Этот канал из Норвегии. Мой канал о жизни Норвегии, о Норвегии, о лечебных травах. Мы собираем грибы, ягоды, путешествуем. И сегодня время собирать иван-чай. Некоторые мои подписчики спрашивают, ферментирую ли я иван-чай. Да, я ферментирую иван-чай. И поэтому сегодня я решила сделать видео, как я ферментирую иван-чай. Оставайтесь со мной. Но прежде чем его ферментировать или сушить, или вообще что-либо делать, нам нужно его собрать. И вот мы решили собрать иван-чай. Иван-чай – удивительное растение. Благодаря своему составу, чай из этого растения снимает усталость и легко тонизирует организм, повышает иммунитет, снижает уровень стресса, нормализует давление, устраняет бессонницу, мальчикам улучшает потенцию. Если кому интересно больше узнать об этом растении, загляните на мой канал. На моем канале есть целый сериал о лечебных растениях, а также вы там найдете видео о иван-чае. Листики иван-чая заготавливаются с июня и до сентября. Конечно, можно просто насушить листиков и цветочков, и тогда это будет просто настой, но не чай. Именно ферментация высвобождает вкус, аромат и цвет заваренных листочков. Ферментация иван-чая состоит из нескольких этапов – завяливание, перекручивание, ферментация, сушка. Существует много способов ферментации. Я вам покажу, как я ферментирую иван-чай. Для начала нужно перебрать все собранные листочки, убрать испорченные, листики не моем. Выкладываем листики на полотенце и накрываем сверху. На них не должны попадать лучи солнца, чтобы листья не высохли. Их надо просто подвялить и оставляем эту красоту до следующего дня. Следующий этап – это перекручивание. Я перекручиваю листики вручную, но можно использовать мясорубку, если она у вас есть. Теперь перекрученные листики ложим в миску, накрываем мокрым льняным полотенцем и оставляем все это на сутки. Для ферментации чем больше стоит, тем он приобретает более терпкий и насыщенный вкус. От 12 до 36 часов. Миску ставим в теплое место. Теперь режем и сушим. Сушится эта красота около 6-8 часов при температуре 50 градусов. Можно сушить в сушилках, а можно в духовке. Если вы хотите приготовить самый вкусный и полезный травяной чай, то его нужно собирать своими руками. При сборе трав травку важно не обидеть, говорить с ней и просить поделиться немного ее листочками. Теперь можно и заварить наш волшебный чаек. На пол-литра кипятка 3 чайные ложки ферментированного иван-чая. Ждем около 7-10 минут. И наш чаек готов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал «О том, о сём с Ксюшей». Может быть, он вам будет чем-то полезен, а может просто интересен.